В минувший уикенд горожане отпраздновали вместе Масленицу и Прощенное Воскресенье. Это типа когда едят блины, жгут чучело и приговаривают «Простите ради Бога». Насчет Прощенного Воскресенья не сообщается. Но самая праздничная Масленица получилась в исправительных учреждениях Карелии, сообщили в УФСИН республики. Теперь любопытно, как известие о веселье за колючей проволокой на фоне серых будней на воле отразится на количестве желающих поскорее отправиться в места не столь отдаленные. В сегежских колониях номер 1 и номер 4 состоялись традиционные масленичные гуляния. Во время праздничных мероприятий проходили шуточные спортивные состязания. Бег в мешках, ходьба на ходулях, метание валенка, перетягивание каната, бои на подушках. По окончании состязаний участники соревнований пили чай с блинами. А теперь переходим к водным процедурам. Хорошо, хорошо же! Доцент, у меня насморк. Пасть порву. Вместо ожидания от специально нанятых для этого организаций своевременной уборки снежных куч, населению предлагается самому взять лопаты в руки под видом движения, известного как флешмоб. Акция, безусловно, избавит коммунальные службы от лишних хлопот за получаемые из городской казны деньги. Застрельщиком перекладывания проблемы с больной головы на здоровую стали, однако, не коммунальщики, а переименованные в молодую гвардию тимуровцы. Неведомо, по своей ли воле или чьей-то подсказке, они совершили деяние на нынешнем безрыбье, достойное занесения в новостные ленты. В рамках мониторинга по уборке снега в Петрозаводске молодогвардейцы выявили проблемную остановку на улице Ватутина. Жителям города при посадке и высадке на общественный транспорт приходилось перешагивать через наледь на сугробе, что представляло особую опасность. Молодогвардейцы решили эту проблему просто. Взяли лопаты и через 4 часа расчистили территорию остановки до асфальта. Юные мичуринцы собрали прекрасный урожай овощей. Ира Акимова со своими подругами вырастила отличную морковь. Надя Дьякова может похвалиться крупными тыквами. Всем гражданам, волнующимся, как бы там вовремя оплатить счета за квартиру в ущерб пропитанию своих семей, предлагается осмыслить сказанное на высоком федеральном уровне о тарифах на коммунальные услуги. Логичный вывод напрашивается уже давно. Население не должно служить кормовой базой для прожорливых коммунальных чудищ. Как это реализовать, пока, впрочем, не ясно. Все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, недоплачиваем этим коммунальным монстрам, все это чушь собачья, мы давно им все переплачиваем. Они на это дело содержат различного рода рестораны, дома отдыха для себя, охотничьи заимки. Что такое капитализм? Капитализм есть эксплуатация человека человеком. Правильно, а социализм? Социализм наоборот. Самые большие суммы отдают в уплату за отопление и горячую воду и жители Петрозаводска, и всей республики. До столицы Карелии проверки еще не дошли, но в Приладожье антимонопольная служба уже подсчитала, сколько миллионов население переплатило алчным поставщикам тепла. Карельская УФАС в ходе недавней проверки обнаружила экономически необоснованные расходы, включенные в состав необходимой валовой выручки компании «Петербург Теплоэнерго», осуществляющей теплоснабжение приладожских районов Карелии. Это касается периода с 2016 по 2018 год. А общая сумма таких расходов, включенных в тариф по теплу, составляет 176 миллионов рублей. Пока у вас у власти находится олигархия, социальные язвы неискоренимы. Думаешь? Но это же азбучная истина.